Здравствуйте, дорогие мои друзья, гости моего канала. Как вы, друзья мои? Я думаю, у вас тоже очень прекрасно. Сегодня хотела на зиму, без заморочек, за 20 минут, очень быстро, вкусный цицак, перец делать на зиму, но без стерилизации, без заморочек, без банки. Ну что, друзья мои, за 5 килограммов вот такие у меня перцы, зеленый перец. Это цицак специально для закуски, да? А такой зеленый перец не подойдет. Это острый перец. Почему я этот острый перец взяла? Хочу немножко приятно острый делать. Несколько штук вот так вот порежу и брошу сюда. Вот так вот. Ой, упала, 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 упала. Все. 1 250 миллилитр воды, стакан. 25 грамма соли. 25 миллиграмма уксуса. 2 штуки вот такие чеснока возьму. Вот так вот просто порежу на вкус. А то отдельно тоже буду. Вот почистила. 3 головки. Не видно? Чеснока почистила. Все помыто. В том в ролике я показала, как чистить. Я, вы знаете, вот эту часть убираю, а это ножом пополам чуть-чуть, вот так вот, и все. В том ролике есть, но там просто делала и кушали. А это на зиму я отправляю в морозильник. Покажу как. Так, немножко. Такой перец душистый. Душистый перец, несколько штук. Все, несколько штук лавлорки. О, ага, лавлорки. И больше ничего. Немножко сахара забыла. Сахар. Сахар. Чуть-чуть. Одну хорошую такой столовой ложки сахара. Хорошо буду мешать. И, ой, масло, подсолнечное масло. Я подсолнечное масло, если вы в Ереване, если вы в Армении живете, купите такой натуральный подсолнечное масло кукурузное. Если кто захочет, пишите в комментариях. Я скажу, если вы в Ереване, то я скажу, где брать. Это натуральный, без подделок. Это четкий подсолнечное масло. Это не подделка. Здесь чуть-чуть надо, да? Это натуральное, поэтому чуть-чуть надо. А это подделка, это как в магазине. Я вот такую, вот такой, 100-граммовый. Даже чуть-чуть, опа-на, 100 грамм, вот такой. Поближе поставлю, покажу. Вот подсолнечный цвет. Она густая, она непрозрачная. И цвет отличается. Понимаете, цвет отличается. А подделка, цвет, запах, все отличается. Все, это масло сюда идет. И поставлю все это на газу. Хорошо будет кипеть. И потихонечку будем жарить. Да, тушить, жарить. Она тушится, варится. Так, не жарить. Жарить я понимаю, как жарить картошку. Это, друзья, это другая тема. Если бы вы знали. Я это не купила, это перец. Это перец. Меня Бог благословил. Так что Бог знает, кому благословляет. Бог и так не благословляет. Он знает, кому, да? Да, друзья, я забыла. Вот помою.
Я не помню, помыла. Я хочу несколько вот так вот резать. Видно или не видно? Я это подготовила, вот, чтобы сито вытаскивать сюда. Все, не хочу сильно. Она что, не острая? Ха. Мужчина сказал, что острый. О, острый. О, острый. Там не острый, а здесь острый. О, да-да. Все, жду, чтобы скипело, да? Вода скипела. Все, друзья, я все добавляю уже перец. Хорошо кипит. Все, добавляем перец уже. Все. Много не надо положить. Так, друзья, я соль надо попробовать. Я сказала 25-30 миллиграмм этот. Соль, грамм, какой миллиграмм, 25-30 грамм соль, но попробуйте, да, попробуйте. Вот так вот буду мешать и посмотреть. 5 минут всего лишь. Будем обжаривать, да, и будет обжариваться и вариться. Заморачиваться я с ним не собираюсь. Чесноком, да, еще я достану петрушку. Обязательно нужна петрушка. Так. Это мне уже не нужно. Сейчас помою петрушку. Пока у меня это пожарится, я помою петрушку. О. Угу. Сейчас посуду принесу и помою хорошо петрушку. 5 минут. Не забываем, да? 5 минут. Не больше. Больше не надо. Они у меня маленькие такие, сильно не мясистые, я поэтому... Больше 4-5 минут не пожарю. Вот так вот. Все, 5 минут прошло. Я вытаскиваю. Вот так вот. И отправлю следующую партию. Я уже 5 минут уже знаю. Они маленькие такие. Мне не нужен. Я на 100% знаю, что они сварили. Сильно не надо, чтобы... Они мягкое дали, стали, да? Не надо сильно. Тин-тин-тин. О! Ладно, потом вытащу. На блюрке обратно. Они сейчас, когда я достала, они сейчас остынет, еще мягче будут. Так что мне не нужно. Вот я сильно. Пока я с вами говорю, у меня перец будет готово. Вкусный, новогодний, праздничный такой десерт. Сейчас поближе покажу. Пока у меня пожарилась первая партия, друзья, я помыла петрушку. Очень хорошо. Я сильно мою петрушку. Мне постоянно говорят, Люсина, прямо аж душу вытаскиваешь отделение. Да, надо. Надо хорошо помыть.
Я даже последнюю воду оставляю чуть-чуть соли, потом опять мою, потому что я слышала, зеленые такие мелкие, вот, не знаю, не таракашки, но что-то в зеленые так букашки говорят, не знаю как. Если кто знает, пишите в комментариях. Остается и не видно, надо хорошо мыть. Я как видела в Ютубе, так и сколько лет, так и мою. Вот так вот. Сейчас хорошо будем. 5 минут. 4-5 минут. Сейчас покажу поближе, как надо. Друзья, как вы знаете, как я сказала, мы не будем стерилизовать, не будем крутить банков. Я купила специально таких посуда. Этот фольговый, да? Она фольга. Вот такие. В ресторанах, которые еду дают, да, подают с собой. На рынке есть рядышком магазин. И я с подругой пошла туда и купила вот эти. 8 штук купила. И здесь буду делать и отправлю в морозильник. Да, отправлю в морозильник. Я не буду стерилизовать. Почему? Потому что столько я и стерилизовала, и хорошо крутила банку. Все равно это такая пища, да, закуска, у нее есть газы, да. Все равно 24 штуки закроешь в банках, останется 7-10. А все сейчас уже не делают в банках. И я решила так делать. Буду в посудах и отправлю в морозильник на зиму. Вот так вот, легко и просто. Друзья, вот у меня уже половина готова. Она теплая. Я пока это у меня пожарится все остальное, я начинаю в этих одноразовой фольговой, да, посудой начинаю. Так, внизу чеснок, петрушка чуть-чуть. И вот начинаю аккуратно сложить, да, перец. Поставлю это. Еще здесь, еще здесь. Все, опять петрушка. Чуть-чуть, чуть-чуть чеснок. Чеснок. Опять. И второй. И так далее. Уже всем понятно здесь. Опа. Несколько возьму. Вот так вот сложу, чтобы быстро был. У меня и сегодня гости будут. Уже вечер. Ну. Видите? Так хорошо, чтобы я 5 минут, не больше. А то чуть-чуть остается, пока остынет. Еще она как будто, да, варится. Не надо больше. Здесь тоже можно. Угу. Да, вот так вот. Угу. Чуть-чуть. И опять петрушка, чеснок. Вот так вот. Это блюдо очень любит чеснок. Ну, как армянский хаш, да? Она вот в этом прелести, вот это чеснок, да? Вот так вот. Все. Вот так вот. Закрою ее уже крышкой и отправлю. Но здесь пока не закрываю, она теплая, она горячая, она до полного остывания остынет. Я немножко добавлю ее же сока обязательно. Все. Здесь чуть-чуть петрушки. Все. Здесь тоже чуть-чуть. И чеснок. И сок остынет. Ой, извиняюсь, много было, не надо. Надо было брать чеснок, а я взяла это. Запах от меня будет. Чеснок. Все. Все. Она пока остынет. Ее сок чуть-чуть здесь добавлю. И закрою. Ее сок остынет. Перец у меня остынет. Закрою. Покажу. И отправлю в холодильник. Морозильник. Не холодильник. Морозильник обязательно. Thank you.
закончила, оставляем до полного остывания и отправляем в морозильник. Когда вы захотите, тогда из морозильника достаньте зиму и будьте кушать. Все, спасибо за просмотр, друзья. Подпишитесь, если кто не подписан. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои интересные видео. Целую. Пока-пока. Пока-пока-пока.